Я к кинооператору, у меня такая к вам огромная просьба. Пожалуйста, поснимайте, вот сколько людей собралось. То есть я-то уже тут наснят. Вот всех людей снимите, пожалуйста. Если можно свет на людей, дайте, сколько людей собралось. Это же здорово. Да, спасибо. Поснимайте их, да, по кругу, вот сколько там людей собралось. Значит, есть еще у нас светлые души, которые не особо... Много еще? Есть, конечно. Да, меня уже не обязательно, вот вы поснимайте людей, пожалуйста. Вот смотрите, там целый стоит, здесь так много. Здесь, наверное, 1010, это я вам просто говорю, как опытным глазом, не меньше. Как уречки у быстряныки стояли до три садочка, как уречки у быстряныки провожала мать сыночка, как уречки у быстряныки провожала мать сыночка. А ты скажи, скажи, сыночек, а ты скажи, скажи, родимый, а ты скажи, скажи, косатик, скоро ты домой вернешься. А ты скажи, скажи, косатик, скоро ты домой вернешься. А я пойду своей дорогой, к батюшке царю прибуду, деревенскому народу правду матку раздобуду, деревенскому народу правду матку раздобуду, а чтобы села не пустели, а чтобы бабоньки рожали, а чтобы мы свое имели, а чтобы сеяли и жали, а чтобы мы свое имели, а чтобы сеяли и жали. А чтобы сольные законы селянина уважали, а чтобы жадные мамоны мужика не раздражали, а чтобы жадные мамоны мужика не раздражали, как у речки у быстряныки стояли до три садочка. 340 лет минуло, а маманя ждет сыночка. 340 лет минуло, а маманя ждет сыночка. Как у речки у быстряныки стояли до три садочка, как у речки у быстряныки провожала мать сыночка, как у речки у быстряныки провожала мать сыночка.